Все, давайте начнем тогда. Начнем мы с такого прекрасного алгоритма, как дерево решений. Может быть, кто-то уже в курсе, что это такое. Встречали? Ну, прекрасно. Тогда будет проще. В чем основная суть? Сейчас. Смотрите. У нас есть какое-то признаковое описание для решаемой задачи. Это, кстати, на примере датасета «Титаник» построено из Википедии. Я стырил. Мы строим некоторое, можно назвать, ну, в принципе, что конъюнктивная нормальная форма, что дизъюнктивная нормальная форма. В принципе, ладно. Мы строим некоторое логическое дерево, где у вас, ну, собственно, делаете такое разбиение по признакам, которое, ну, собственно, формирует некоторое логическое выражение, которое представляется в виде дерева. И, ну, собственно, ищете такое разбиение, при котором наилучшим образом получается разделить ваше множество на, ну, например, задачи классификации, на классы, которые вы пытаетесь предсказывать. То есть, что у вас изначально есть? Давайте подробненько пройдемся по алгоритму. У вас есть некоторые данные и множество признаков. Вам, ну, самый идеальный случай, если вы нашли такое разбиение, при котором у вас, грубо говоря, например, пол мужской, пол женский, да? Если вы находите такое разбиение по какому-то признаку, при котором у вас все сэмплы, ну, грубо говоря, в одном множестве имеют одинаковый лейбл, это типа идеальное разбиение. Типа данные полностью гомогенны получаются. Ну, понятным причинам, ну, если у вас настолько простая задача, то вам, скорее всего, не нужно машинное обучение. Так как обычно, если вы используете какой-то признак для начала построения дерева, у вас получается так, что в одно значение там интервала, на который вы разбиваете, или категорию, которую вы берете из признака, попадает часть сэмплов с разными лейблами. Поэтому данные получаются, ну, как бы говоря, не полностью гомогенны. Алгоритм выглядит так. Ну, у нас понятно, что есть некоторый трешхолд и так далее на понятие гомогенности, при котором мы принимаем решение пометить узел, в который мы спустились, метка или нет. И нам нужен некоторый алгоритм, который будет нам растить наше дерево, то есть выбирать изначально, там такая жадная стратегия используется, мы изначально выбираем одно разбиение, выберем какой-то признак, выбираем, его ставим в корень дерева, смотрим на разбиение. Если оно получается хорошим, ну, мы для каждого признака так делаем, выбираем наилучший, после этого идем ниже, оставшиеся признаки также перебираем с точки зрения сплитинга наших данных на разные подмножества, опять выбираем наилучший с точки зрения критерия, ну, как бы гомогенности данных, которые мы получаем после разбиения, и таким образом жадно растим дерево. Ну и в конечном итоге останавливаемся и помечаем, выбираем какой-то лейбл, в который мы пришли, ну, грубо говоря, если бы шли при предсказании по этой ветке в дереве. Смотрите, чтобы оценить качество разбиения, существует, ну, собственно, несколько основных индексов, метрик. Извините, метрик. Вот наиболее две из них популярные. Есть индекс Джини и энтропия. Кто-нибудь слышал когда-нибудь про критерий Джини? Потому что часто его путают с индексом Джини. Это из эконометрики. То есть если вы загуглите просто критерий Джини, то, скорее всего, попадете на статью в Википедии, где описывается именно критерий Джини. Он
меряет неравномерность дохода в обществе, грубо говоря, изначально его для этого использовали. Ну, типа, если посчитать его по России, то он окажется очень печальным. В том плане, что, там, грубо говоря, он позволяет численно оценить, какой процент богатств принадлежит какому проценту людей. Ну, там, грубо говоря, 80% богатств, например, принадлежит, не знаю, 1% людей. Типа, индекс Джини будет совсем хреновый. Если наоборот, будет лучше. Но роднит их между собой только то, что их один человек изобрел. С фамилией Джини, не помню, как его зовут. Обычно используется корень из индекса Джини для, ну, собственно, выбора, так как он более устойчив к неравномерности по классам. И, ну, выглядит он следующим образом. У нас есть эмпирическая вероятность класса, который мы рассчитываем. Ну, вот мы разбили наши данные по какому-то признаку. У нас получилось, что если мы берем, например, по признаку пол, берем мужчин, то у них там, не знаю, вероятность заболеть таким-то заболеванием, не знаю, 0,8 эмпирическая, потому что в этой подвыборке мужчин мы посчитали, ну, лейблы, процент, грубо говоря, единички, если у нас бинарная классификация, и оказалось, что, ну, вероятность эмпирическая, например, 0,8. А для женщин, не знаю, там какая-то другая вероятность. Ну и, собственно, мы пихаем эти циферки в наш индекс и оцениваем качество разбиения. С энтропией, ну, собственно, то же самое. Просто разные критерии для выбора разбиения. То есть, еще раз давайте. У нас есть, например, 5 признаков, по которым мы хотим предрешить задачу бинарной классификации. Мы берем, ну, они могут быть как категориальные, так и в числовой форме. Ну, в числовой форме, если категориальные, то мы, собственно, берем какие-то категории, выбираем. Если числовая форма, разбиваем на интервалы. Ну, еще после этого мы что делаем? Делаем все возможные разбиения, считаем индекс, то есть качество разбиения нашего множества. Ну, то есть, что такое разбиение множества, все понимают? Ну, и нашего обучающего множества. После этого выбираем наилучший признак, ну, наилучшее разбиение, ставим его в корень дерева, спускаемся ниже, повторяем процедуру, ну и так далее. Наращиваем дерево. Ну, ну и в конечном образе получаем вот такое простое дерево решений. В чем плюс такого алгоритма? Во-первых, он довольно простой, если мы используем одно дерево, довольно быстро обучается, и, что самое приятное, он интерпретируем. То есть в тех системах, где важна интерпретируемость, то особенно, ну, менеджеры любят такие штуки, где они могут посмотреть и понять, что вот почему мы приняли такое решение. Рекомендую использовать данный алгоритм. Как вы понимаете, если мы используем жадный подход, у нас получается довольно много веток, которые делают примерно одно и то же. То есть сходятся к одному и тому же результату. Поэтому существуют алгоритмы усечения дерева. То есть когда мы схлопываем наши ветки, ну, если они приводят к одному и тому же, смысл нам держать столько веток, мы можем их подрезать и схлопнуть в единый путь. Вот. Но просто дерево решений, конечно же, чаще всего в единственной форме не применяют. Обычно вы встречаете его в ансамблях. Что такое ансамбль? Ну, собственно, ансамблем называется какое-то множество моделей различных, результаты которых каким-то образом объединяются и принимаются, ну, как сказать, результаты которых объединяются в единое решение. Существует два основных популярных типа
объединение моделей, ансамблирование моделей. Первый — это бэггинг, сокращенно от Bootstrap Aggregation. Кто-нибудь слышал, что такое Bootstrap? Давайте начнем с этого. Кроме вот этого. Есть еще нормальный Bootstrap, математический. В чем его суть? Очень популярная техника, рекомендую ей пользоваться. У нас есть некоторый набор данных, нам нужно оценить какую-то статистику. Как мы можем это сделать? Мы можем делать рандомные подвыборки из наших данных, выборки с повторениями, и считать на этих подвыборках нашу статистику. Таким образом, мы оцениваем распределение нашей статистики, которую мы хотим посчитать. И таким образом мы можем легко посчитать доверительный интервал также для нашей статистики, например, для среднего. Мы хотим посчитать среднее, например, средние траты по юзеру за ARPU, что ли, средние траты по юзеру за месяц, например, по-моему. Мы делаем рандомные подвыборки людей, считаем среднее, получаем распределение средних трат на юзера за месяц. И можем оценить не точечную оценку, а, доверительный интервал для средних трат по юзеру. Понятненько? Тут в общем алгоритм написан, что у нас есть некоторый набор данных. Как вы понимаете, что ансамблирование применяется для любых типов моделей. То есть не обязательно их применять только для деревьев, можно применять хоть для линейных моделей. Просто почему оно стало популярно для деревьев? Это потому что, исходя из названия линейной модели, она строит линейную решающую границу. Да? И не всегда ее можно построить. Например, если у вас данные расположены как-нибудь вот так вот, если образно это представить. А деревья умеют строить за счет того, что они бьют всякие данные на интервалы, они позволяют строить кусочные границы, нелинейные, что как бы очень хорошо для задач, где данные линейно неразделимы. То есть они имеют довольно высокую обобщающую способность. Не обобщающую способность, а разделительную способность. Поэтому это деревья наиболее популярный для ансамблирования алгоритм. Суть следующая. Мы берем, как в бутстрэппинге, некоторую подвыборку данных из нашей общей совокупности обучающих данных. Обучаем на этой подвыборке алгоритм какой-то, какой мы выбрали для ансамблирования, например, дерева. Разные. Если мы говорим про Random Forest, например, это вот как раз дерево. И получаем N каких-то моделей, обученных на разных кусках данных. Дальше у нас есть предсказанные вероятности от каждой из этой модели, и мы можем каким-то образом, их сагрегировать. Например, посчитать наиболее частое, либо взять среднее. Тут уже как захотите. Давайте теперь немножко поподробнее рассмотрим именно Random Forest, как работает. В чем, наверное, вы все видели прекрасный метод во всяких, что XGBoost'ах, что Random Forest'ах, под названием Feature Impotence. Но если не видели, то рекомендую на него посмотреть. Он возвращает
некоторую значимость фичей для, ну, с точки зрения алгоритма. Как же он умеет это считать? Как вы видите, все примерно то же самое, как в общем цикле, только мы выбираем не просто рандомную подвыборку из наших данных, а выбираем еще и рандомные признаки, на которых мы строим нашу, ну, собственно, нашу модель. То есть выбрали рандомный кусок, взяли все множество признаков, отобрали из него какой-то случайный кусок признаков, который мы используем, и дальше, например, построили дерево. Ну, как вы понимаете, да, мы таким образом уменьшили размерность. Уменьшение размерности как раз страхует нас от переобучения. Ну и, собственно, получили ансамбль моделей, которые умеют смотреть на данные с разной стороны. Понятно? Следующая популярная техника ансамблирования моделей — это бустинг. Я делал перевод на русский, но на самом деле лучше так не делайте. То есть если где-то говорите, можно просто говорить багин бустинг. Обычно на русский это не переводят. Если вы будете говорить усиление, то, возможно, вас никто не поймет. Давайте начнем, так сказать, с небольшой вводной. Смотрите. Если у вас есть, ну, скажем так, сейчас соберусь с мыслями. Основное отличие от багинга, бустинга, заключается в том, что мы используем, скажем так, сейчас, наверное, пишу алгоритм, наверное, так проще будет. Мы обучаем какую-то модель, например, тот же самый, не знаю, там, дерево или логистическую регрессию. После этого мы оцениваем ошибку этой модели на нашей обучающей выборке. Результат этой ошибки, оцененный, используется как коэффициент в линейной комбинации остальных моделей, которые мы будем добавлять в наш бустинг. То есть по факту бустинг — это линейная комбинация разных моделей, взятая с разными весами в зависимости от ошибки этой модели, которую мы измерили. И в чем еще нюанс, что каждая следующая модель учитывает ошибки предыдущей модели при добавлении в линейную комбинацию. Что такое линейная комбинация? Все знают же, да? Линейная алгебра. Ну да. То есть еще раз смотрите. Сначала словами пишу, потом пройдемся по алгоритму. Обучаем модель, первую базовую, которую мы взяли для ансамблирования, для бустинга. Меряем ошибку. Эта ошибка будет также коэффициентом, типа мера вклада этой модели в общий ответ. Смотрим, где эта модель ошиблась, на каких сэмплах. Ставим для каждого сэмпла, изначально все сэмплы имеют, грубо говоря, ну сэмплы — это на чем мы обучаемся данных, имеют какой-то одинаковый вес. После этого смотрим, где модель залажала, на каких примерах, и меняем вес для этих сэмплов, чтобы, ну, вес — функция ошибки. То есть, если вы помните, да, любое машинное обучение — это минимизация функции ошибки. Поэтому мы можем каким-то образом дать некоторые больше веса, если на них модель ошибается, на этих сэмплах, для того, чтобы, ну, влиять на эту функцию ошибки, чтобы она на них более внимательно смотрела.
меняем как раз вот эти веса, обучаем следующую модель с уже с учетом этих весов, которые мы проинитили первой моделью для каждого сэмпла. И таким образом повторяем цикл. Чё, как? Все понятно? Или еще разок попробовать объяснить? Окей. Смотри. Давай пока словами. Есть данные. Обучаем модель на них. Считаем ошибку. Ошибка — это коэффициент. Дальше мы знаем, что когда мы прогоняем модель на тестовых каких-то данных, да, мы видим, где модель залажала. Ну, то есть там, где она неправильно склассифицировала пример. Например. Мы тем сэмплом, где она неправильно склассифицировала пример, мы ставим больше вес, добавляем вес. И следующую модель, когда мы уже, ну, обучение модели, это минимизация некоторой функции ошибки, да? Мы используем вот эти веса для каждого сэмпла, который мы получили, для того, чтобы, ну, собственно, штрафовать модель, следующую, которую мы обучаем уже, чтобы она не лажала на тех весах, на тех сэмплах, на которых залажала первая модель. Также оцениваем функцию ошибки для следующей модели. Ой, извините, не функцию ошибки, а оцениваем ошибку. И добавляем с этим коэффициентом в линейную комбинацию. Ну, типа альфа 1, модул 1, там, не знаю, плюс альфа 2, это ошибка, модель 2 и так далее. Это линейная комбинация будет моделей. То есть давайте теперь пройдемся по алгоритму. Мне так неудобно, дайте сейчас тут открою. Ну, сначала мы инициализируем равномерно все веса для каждого сэмпла. А, в смысле, как функции ошибки участвуют? Не, я имею в виду, типа, вот предыдущая модель залажала, ну, на некоторых данных, а вот как она пометит те участки, где она залажала? Ну, грубо говоря, давай, для каждого сэмпла в датасете у тебя будет некоторая чиселка. И эта чиселка, когда ты будешь считать, ну, обучать модель, будет участвовать в функции ошибки. Это, изначально эта чиселка, которая для каждого сэмпла в датасете, она равномерная, ну, типа одинаковые числа, вот так вот инициализируется, равное количеству сэмплов. Ну, единица поделить на количество там сэмплов на нашем датасете, это, ну, равномерная идет инициализация всех весов для каждого сэмпла. После этого, когда уже мы учили первую модель, эти веса уже будут меняться. Там, где модель ошиблась, эти веса будут там больше, грубо говоря. Там, где модель правильно все ответила, они будут меньше. Или не поменяются. Дальше. Ну, собственно, в цикле мы берем и строим первый, например, классификатор, обучая нашу первую модель. Дальше обучаем, ну, собственно, извините, оцениваем ошибку для данной модели, которую мы посчитали. Если у нас, ну, типа, выполнены условия остановки, то мы перестаем добавлять модели в нашу линейную комбинацию. После этого оцениваем доверие модели вот по такой формулке. E — это ошибка, которую мы измеряем. Ну, в зависимости от модели, она может быть разной, как вы понимаете, и от функции обучения, которую вы используете, оптимизации. Вот по такой формулке мы вычисляем доверие для модели первой. После этого обновляем веса для каждого сэмпла в зависимости от того, правильно или неправильно он был склассифицирован, например. Ну, и дальше повторяем итерацию для новой модели. И после этого возвращаем линейную комбинацию всех обученных моделей.
Чё, как? Не? Не? М? Понятно? Ну, отлично. Окей. Bias variance trade-off. Что это такое? Давай, наверное, надо было поменять слайды местами. Так что я сначала пролистаю, а потом вернусь. Давайте сначала дам интуитивное понимание, что такое bias variance trade-off. Смотрите. Ошибки могут быть немножко разные для каждой модели. В чем может быть различие этих ошибок? Модель может, например, систематически ошибаться, но иметь, например, низкую дисперсию ошибки. Либо модель, например, может, ну, грубо говоря, не иметь систематической ошибки, но иметь высокую дисперсию ответов. То есть, если мы говорим про нормальное распределение, то мы можем, давайте так, аналогию приведу, которая на самом деле не совсем аналогия, но ладно. У нас есть средняя дисперсия ошибки. Мы можем либо неправильно оценить среднее, но правильно, например, оценивать дисперсию, либо, например, мы можем оценить неправильно и то, и другое, либо мы можем, например, иметь маленькую дисперсию, но хорошо оценивать среднее. Ну, то есть, если привести пример мишень, то если у нас низкий variance и низкий bias, это самая идеальная ситуация. То есть, когда мы на новых данных обобщающая способность модели сохраняется с точки зрения того, что у нас нет систематической ошибки, и разброс ошибок очень низкий. Может быть, если у нас низкий variance, но высокий bias, мы можем, грубо говоря, очень кучно предсказывать, но всегда систематически ошибаться. Ну, собственно, с вариансом примерно все то же самое. Так, это было некоторое интуитивное представление. Давайте попробуем неинтуитивно на примере оценки ошибки линейной модели. Смотрите, предполагается всегда, что любая, ну, как бы, модель имеет некоторый шум, который мы, либо предполагаем, что он распределен нормально, и обычно это как бы такое базовое предположение для всех линейных моделей, которые, как бы, всегда есть в данных. И когда мы обучаем нашу модель для аппроксимации той функции, ну, собственно, которую мы видим, пытаемся восстановить из данных, у нас всегда есть ошибка некоторая. И если мы проанализируем распределение этой ошибки и разложим его, ну, то есть f от x — это то, что как раз мы предсказываем. Y — это истинное значение. Ну, тут на примере MSE это раскладывается. Мы можем разложить эту ошибку в несколько, ну, зная основные формулы работы с как раскладывать дисперсию, то там довольно просто выводится это разложение. Не будем его тут повторять. На несколько членов. Ну, собственно, часть ошибки уходит в bias. Это
если вы посмотрите, что такое BIOS, это, ну, E, знаете, это мат ожидания, оценка мат ожидания. Ну, f от x — это, ну, как бы истинная функция, которую мы пытаемся аппроксимировать. F от x, а шляпка — это аппроксимирующая функция. Ну, то есть, по факту, это BIOS — это систематическая ошибка оценки модели. Ну, грубо говоря, если нарисовать, мне кажется, это будет понятней. Вот у нас, например, есть, не знаю, какая-нибудь, пытались прямую, например, аппроксимировать, да? И как бы угол наклона подобрали правильно для аппроксимации кривой, да? Но ошиблись с высотой, свободным членом. И это систематическая ошибка. То есть, чтобы ее поправить, нам нужно по факту только добавить некоторую константу, которая бы подняла нам нашу аппроксимирующую кривую чуть-чуть вверх. И тогда бы мы свели систематическую ошибку к нулю. Если говорить про variance, то это дисперсия, это как раз вероятностная ошибка. То есть это насколько у нас высока дисперсия в, как назвать, в ответах нашей аппроксимирующей функции. Ну, это просто разложение. То есть, если у нас… ну, то есть, это можно, наверное, тоже проиллюстрировать сейчас. Предположим, мы здесь некоторый, например, временной ряд. И мы какая-то гармоника, например, у нас есть. Мы пытаемся, например, как-то аппроксимировать. Ну, например, у нас получается что-нибудь, не знаю, что-нибудь типа такого. Не знаю, амплитуда где-нибудь больше получается. То есть с точки зрения BIOS мы примерно угадали, ну, например, но ошиблись, например, с точки зрения, если мы аппроксимировали какой-нибудь сигнал с, не знаю, там, с амплитудой или там, не знаю, частотой сигнала, который мы аппроксимировали. То есть довольно получился высокий варианс с точки зрения оценки аппроксимации. Примерно понятненько или непонятно? Я, может, попробую тогда еще раз. Вариант — это дисперсия?
Вариант, да, дисперсия. Ну, то есть, по факту, это разложение единой ошибки в две разные компоненты. Первая компонента показывает, насколько мы систематически ошибаемся. Вторая показывает, насколько у нас велик разброс наших ошибок. Ты имеешь в виду... Вот это? Да, ну, это оценка дисперсии того распределения, ну, собственно, которому подчиняется, ну, собственно, считается, подчиняется этот ошибка, которую мы закладываем в построение модели. Ну, то есть, как изначально, у нас есть некоторые, ну, типа, истинный f от x. Мы предполагаем, что весь шум, он распределен нормально. F от x плюс шум, ну, там, белый шум. Дальше мы строим модель. И если у нас все хорошо, то ошибка как раз должна быть распределена нормально, с такими же характеристиками. Потому что, ну, если она распределена как-то по-другому, значит, наши изначальные предположения о шуме в данных были неверны, которые, ну, собственно, там присутствуют. Тут как бы получается, что мы раскладываем нашу ошибку, ну, типа, мат ожидания, ну, как бы, ошибки можно разложить у нас в несколько частей. Это, ну, систематическая варианс в предсказаниях и, ну, собственно, сигма этого распределения, которым подчиняется эта ошибка. Сейчас так. Дайте быстро чекну, что я вам не наврал. Вроде не наврал. Есть некоторая такая эмпирическая закономерность, что, ну, такая красивая формулка есть в основном только для линейных моделей. То есть обобщение именно в формулках для всех типов моделей, которые существуют, насколько я знаю, нет. Но все равно считается, исходя из логики работы моделей, что, ну, собственно, некоторые модели имеют большую обобщающую способность, некоторые меньшую. И предполагается, что модели с высокой обобщающей способностью, ну, например, это что у нас может быть? Те же самые деревья, которые умеют строить сложные нелинейные кусочные границы, у них очень высокая обобщающая способность, поэтому они, ну, собственно, очень их сложно тренировать довольно-таки, так как они могут склонны к переобучению. Их нужно искусственно ограничивать рост деревьев и так далее. Сама основная эмпирическая закономерность в том, что у моделей с низким смещением обычно высокая дисперсия. Ну и, собственно, наоборот. Ну, то есть... Грубо говоря, сейчас, наверное, на этом будет сейчас на примерах попонятнее. Смотрите, что такое бэггинг? Это в некотором смысле усреднение какое-то. Для чего обычно используется усреднение? Для сглаживания шумов, правильно? Ну, то есть, если мы возьмем какой-то ряд,
не знаю, там тоже какой-нибудь Time Series, пройдемся скользящим средним, мы уберем как раз, ну, по факту будет как фильтр низких частот. Ой, извините, высоких частот, извините. Вот. То есть сгладим сигнал, уберем некоторый шум. Ну и вообще усреднение, собственно, позволяет, ну, соответственно, чем мы делаем более устойчивую модель, тем мы уменьшаем дисперсию у этой модели в ответах, в ошибках. То есть, смотрите, логика такая. Мы берем модель, у которой изначально дерево, у нее довольно высокий уровень варианса. И делаем, пихаем ее в, ну, собственно, в бэггинг. Ну, собственно, по факту, как некоторое усреднение. Ну и таким образом получаем более устойчивую модель. С точки зрения того, что это компенсируется. Собственно, высокое смещение. Бустинг, уменьшение смещения. Ну, с учетом того, что, если вы помните, как работает бустинг, основной алгоритм, где мы точечно оцениваем ошибки для каждого сэмпла и корректируем следующую модель уже с учетом этих ошибок, мы как раз можем гарантированно, ну, не то, что гарантированно, но точно можем уменьшить, ну, таким образом избежать систематической ошибки, ну, попытаться избежать систематической ошибки в данных. Так как мы, грубо говоря, не знаю, точечно оцениваем все сложные сэмплы, на которых модель заложила, и говорим ей: смотри сюда, корректируй свое поведение, не ошибайся тут конкретно, вот в этих точках, в этих сэмплах. Будь паинькой. Поэтому, ну, собственно, бустинг хорошо применять для уменьшения систематической ошибки. Вот. Также я обещал вам немножко рассказать про другие методы оптимизации. На самом деле я вчера сел и начал вспоминать, как они работают. И оказалось, что не все так просто, но я попытаюсь. Точнее, все просто, но без некоторой вводной будет, наверное, сложновато. Но давайте попробуем. Кто знает, что такое неподвижная точка и сжимающее отображение? Теорема Банаха там, не? Ну, это как раз теорема Банаха, это как раз про неподвижную точку для сжимающих отображений. Численные методы, метод простой итерации. Давайте я просто так накину, вдруг у вас что-то там было такое, нет? Ладно. Тогда давайте по-простому попробуем. Короче. Метод Ньютона — это численный метод для поиска корней уравнения, если вкратце. Да? Как он нам может быть полезен? Ну, если вы помните, то мы хотим решить задачу оптимизации, найти какой-то экстремум для функции, наш оптимизационный. Как, еще раз давайте вспомним, найти экстремум для функции? А? Да, нам нужно посчитать производную и найти, ну, собственно, решить уравнение, где она равна нулю. Ну, собственно, уравнение, решение этого уравнения. Тут, ну, собственно, формулка просто для функции написана. Ну, как вы понимаете, если мы говорим, ну, про оптимизацию, то тут будет первая производная,
тут будет вторая производная. Да? Все, отлично. Ну, если говорить просто про алгоритм, то это все. Если не вдумываться, как он получается, то результат работы очень простой. Мы берем некоторую точку, считаем первую производную, считаем вторую производную. Ну, первая производная — это наша функция изначально, которую мы хотим, ну, собственно, оптимизировать, да? Поэтому от изначальной функции ошибки — это, ну, как бы первая и вторая производная получается в формулке. Понимаете, да? Ну, отлично. Ну, и дальше, ну, так как вы понимаете, что в данном случае это для, написано для единого аргумента, когда у нас, как вы помните, могут быть многомерные случаи, то есть когда у нас много фичей, то это заменяется на, как там, на якобиан и на гессиан. Это, ну, матрицы первых производных, частных первых и вторых частных производных. Интуитивно этот метод можно легко себе представить как построение касательных, графику оптимизационных функций. То есть мы что делаем? Мы строим касательную графику функции, находим, где она пересекает нашу ось x и двигаемся в этом направлении. Нашли точку, построили от этой точки касательную, нашли, где пересекает как раз по формулке, получили новую точку, перешли в новую точку, повторили процедуру. Ну и пока, ну, собственно, касательная не станет параллельной. Ну, либо пока у нас не перестанет меняться x, условия на остановку алгоритма. Это метод Ньютона. Как вы понимаете, в реальности его не используют с точки, ну, в таком именно ключе. Обычно используют квази-ньютоновские методы. В чем их отличие? В том, что, блин, довольно дорого считать вторые производные, вторые частные производные. Поэтому был придуман метод BFGS. Там 4 фамилии. Я не помню. Я думаю, не так важно, вы можете их найти. В чем суть? Там, если вкратце, идет некоторая аппроксимация для этого гессианчика. То есть его по-честному не считают. Поэтому это называется квази-ньютоновские методы. А есть еще такая штука под названием LBFGS, который в Spark применяется. Ну, как бы L — это limited memory. То есть для базового BFGS нужно довольно много ресурсов, память, а для, ну, собственно, LBFGS там есть некоторые оптимизации, которые позволяют как раз его на всяких бигдатах и так далее запускать. И считается, что с точки зрения сходимости это намного лучше алгоритм, чем обычный SGD, даже со всеми примочками, которые я вам рассказывал на одной из лекций, со всякими там ньютонами, моментумами и подобными штуками. Но в чем минус? То есть для простых моделей и для простых функций он работает хорошо. И по дефолту я всегда рекомендую использовать его. То есть если, например, будете обучать линейную модель, то проверьте, по-моему, по дефолту в Spark стоит LBFGS, но на всякий случай проверьте, используйте лучше этот алгоритм оптимизации. И еще интересного можно тут рассказать. Да, ну для всяких модных нейросеток LBFGS не применяется, потому что там слишком накладно, потому что даже для линейных моделей довольно накладно считать, а для хранительных глубоких нейросеток эти алгоритмы становятся супер неоптимальными для с точки зрения вычислений, поэтому там все еще используют SGD-хи. Со всеми примочками, про которые я рассказывал.
Но знаете, если вам нужно просто решить задачу оптимизации какую-то, либо для машинного обучения, либо просто задачу оптимизации, смотрите в BFGS или LBFGS. Ну, на самом деле, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте я на них отвечу и встретимся уже на экзамене во вторник. А? Ну, экзамен будет проходить следующим образом. Просто